Движение по Ицхака Рабина частично ограничат. С вечера пятницы на участке от генерала Петрова до Инглези будут проводить ремонт. Число полос для авто уменьшится почти вдвое, с 5 до 3. 2 в сторону генерала Петрова, 1 в сторону Инглези. Кроме того, перестанет ходить 10-й трамвай. По его маршруту пустят дополнительные автобусы. Всех льготников будут перевозить бесплатно. Остальным пассажирам придется выкладывать по 7 гривен вместо привычно 3. Изменения связаны с ремонтом трамвайного переезда. Он продлится не более 2 недель, обещают чиновники. Там полная замена рельс, там это пути поднимут. Вот, и там не только там замена основания, замена шпал, замена пути, то есть там уже будет использована новая технология на бетонной основе. Напомню, сейчас приостановлено движение 11-го троллейбуса из-за ремонта на Сигетской. По этой же причине изменен маршрут 10-го троллейбуса и ряда маршруток. После окончания этих работ начнется ремонт на 5-й фонтана. Он продлится ориентировочно 4 недели. Все это время трамваи фонтанского направления ходить не будут. Вместо них пустят дополнительные троллейбусы и маршрутки.